Расчесывать надо, реснички, сказали по утрам. Надо ухаживать за ними красиво. Блять, глаз проткнуло. Что я тут стою, мучаюсь? Дай-ка я к зеркалу подойду. Ой. Всем доброго утра, уважаемые багировцы и гости моего канала. Сегодня у нас 10 января, вторник, время 6:40, мы проснулись. Да, проснулись и не проснулись, но встали, короче говоря. Вот так. Буся уже пришла. Она у меня первая на очереди на завтрак. А как вы думаете? Буся. Это Буся. Это самый главный атаманша в семье. А Ося где? Ося спит, что ли, Буся? Буся, скажи привет. А где Ося? Ты не знаешь, где Ося? Она, короче, не знает. Ничего вам не отвечает. Ну, потому что стесняется. Ой. С непривычки, девочки, эти реснички, с непривычки. Как туман над глазами висит. Ну, ладно. Когда-нибудь привыкну. Короче, смотрите, что у нас на завтрак. Творог, сметанка, ягода свежая, замороженная. Вчера с большого блюда отложила сюда, в мисочку. Деликатес, девочки, остатки роскоши там. Еще осталось где-то с полкило и вся любовь. Что, вчера у нас произошла, короче, авария. Сломался у нас шланг этот, такого. Ну, где там вода-то заходит, знаете, да, горячая, холодная. Вот. Короче, Колька сказала сделать. Он там, ну, как обычно, все вывернул, перевернул. Короче, ну ладно. Поменял шланг. Вот, и все бы ничего. Открутил, поменял. Благо там еще это все не проржавело, да, все можно менять. И вода идет очень это плохо. Стал умываться. Она идет в эту бутылочку. Сейчас я бусечки тоже дам творога. Мусочки-хуюсечки. Вот так. Медленно идет. Я его спрашиваю, почему вода-то медленно идет. Не знаю я. Такой странный, да? Не знает он. А кто будет знать-то, если не ты? Ты же делаешь, правильно? Он не знает, девочки. Он ничего не знает, а я все знаю. И холодные вообще там, короче, как по ниточке текет. Там зажал, что ли, внутри, наверное. Что? Не идет вода. Я краны проверила. Водяные. Открыты обычно. Коль, вода пошла нормально? Вода пошла нормально, нет? Чё? Вода. Куда? Ну как куда? Вода не потекла там нормально, нет? Нормально, а что? Сейчас проверю. Пойдемте проверим воду. Смотри, что нормально. Пошлите. Таблетку выпил? Вчера тоже такая. А то я не помню, какая была вчера вода, какая сегодня. Вчера тоже такая.
Такого не было. Посмотрите, на корм вообще нет никакого. Видите, идет. Ну что это такое? Так не было у нас. Вообще, был нормальный напор. Душевой нормальный напор. Здесь ненормальный напор. Это вчера тоже был такой. Что мне за дур-то считать? Коль, что за напор-то там напор? Вообще дирая полная. А там жирая. Все, видите, выкинул кран на ногу. У этого слюни текут. Он разговаривает, у него слюни текут. Это что, дикость, что ли? Я говорю, жирай все. Что жирай там? Блядь, иди туда, ты, ёпаная. Видите, говорят с утра. У него слюни текут даже вот это все капает. Все нормально. Слюни. А почему у тебя слюни капают? Что нормально, коль такого было? Вчера я умывалась, нормально. Вчера было, вчера до ремонта было нормально. Нормально. Нет, вчера хорошо, вода шла, а сегодня что, вода-то не текет. Эй, такая, блядь. Что там такая? Такая. А вчера была другая, а сегодня другая. Какая такая? А вчера... Тоже, вчера тоже такая. Одинаково. Ну ты там, а ты, там нельзя открутить внутри? Нету никак, все, нет, старая. Не, кто не старый? Да как... я не закручу. А, кран надо поменять, да? У тебя кран стоял где? У меня кран стоял? Какой кран? Помнишь, стоял, с ним поменяли. Какой кран? У тебя все инструменты? На кухне стоял, за которую стоял. Я не знаю, где у тебя инструменты? Где у тебя инструменты? Куркачу. У меня спрашивают, где у меня? У меня инструменты где? А зачем орать с утра? Соседи спят, зачем ты орешь-то? А? Коль, а ты что орешь-то? Не орю, а там вчера нормально вода. Вчера нормально, сегодня мне не нравится, как вода текет. Ты что раздеваешься-то? Я штаны снимать, что ты? А штаны на камеру зачем снимать? Что люди скажут? Ты не поворачивай, иди на кухню. Смотри, как это не поворачивай? Ты же блонгер. Как это? Ну, спять теперь раньше, не знаю, что ты опять. А где Осечка у нас? Нет. А где сынок? Почему сынок не встал? Осечка! Осечка! Сыночка! Сынок, пойдем. Ты что тут спишь один? Надо папе сказать, чтобы резинку заколол. У него резинка слетела, девочки. Ну, вы видите, как он разговаривает? Вы все видели и слышали. Он вообще не может нормально разговаривать. Слово совсем. Ну, так разговаривает. Спросить ничего нельзя. Ничего мы не знаем. И старается... Заколи резинку ребенку. Ничего нельзя. И воды налей, вода закончилась. Коль, попить водички нет у них, водички. Закали. Ничего нельзя, не попросить. Это как обычно у нас. Нет, не как обычно. Раньше такого не было. Это вот в последнее время такая история. Ненормальная. Ненормальная. Не знаю почему, не знаю, что за причина. Какой-то раздражительный. Какой-то этот... Дебильные девочки. Так, пришли мои красавцы. Кормить вас надо, я вижу. Сейчас сначала Оську творога надо дать. А потом Буськи. Да, Бусечка моя девочка. Моя красавица. Всех надо кормить. Да, Бусечка, да, моя маленькая. Да, моя дочь. Сейчас, моя хорошая, сейчас. Так. Сметанки им тоже надо. Не знаю, Ося будет есть, не будет, но Буся обязательно поест. Буся такая девочка, что она обязательно поест. Она любит сметанку. И творожок любит, да, Бусь? О, еще бы Буська не любила. Чего у нас Буська не любит? Бусь, скажи. Мама скажет, что я, скажу, не люблю. Буся любит все. Девочка у нас огонь. Да, Бусенька? Да, моя дочь. Бусенька хорошая девочка. Осечки прическу делают. Я так, девочки, у меня руки не дошли вчера его постричь. Я имею в виду в области мордочки. Не знаю. Когда? Может, сегодня?
Вот видите, тут хороший напор. Там, оказывается, кран плохой надумал. Это намек. Миллионер что нашел. Вчера он хорошо тек кран. А сегодня надо новый кран покупать. Ночь прошла, все. Вот такой у меня слесарь-ремонтник. Так, иди отсюда. Девочки, вы не видите, что я делаю. Надо вас правильно поставить, чтобы вы видели, девочки. Вот так. Короче, беру ягодки. И вот так я их поломаю. Ну, резать не получится, потому что они уже... Ну, они еще со льдом, девочки, со льдом. Да. Вот так. Делаем красиво. И будет на вкусно. Вот. Клубники осталось остатки роскоши. Совсем практически там мало. Наверное, даже килограмма нет. Я в чувствах расстроенных. Что ягоды заканчиваются. И малина осталась у нас. Чуть-чуть совсем. Один маленький контейнер. Вот так. Вот как вот дальше жить, я не знаю, девчонки. Не знаю. Все очень печально. Да. А еще только середина зимы. До сезону нам. Так вот. Ягодного еще далеко. Ну, собакам, естественно, я... Вот тут немножко малинки. Еще вот такая же баночка есть мороженое. И все. И все, что? И все. И вся любовь, девочки. Все. Что тут? Все. И вся любовь. Да? Вот так. Ой. Много мы ягодки съели. У меня там есть еще вишни, черная смородина, красная смородина. Но, девочки, это не буду так ее кушать. Она как бы только компоты. Вот. Блин, это ягод с витамином С у меня есть. Плохо было бы, дурно было бы, если бы у меня бы ее не было. Да? Вот так. Сейчас я вам покажу. Вот. И вот. Это красавцам нашим. Эту ягодку уберу, девочки, экономика. Всех сегодня приглашаю на прямой эфир. Потому что сегодня будет прямой эфир. Девочки, я буду готовить. Я растаиваю мясо. Буду готовить. Не знаю, что, но что-то буду готовить, девочки. Так что приходите. Буду я дома. Часов в 9. В 9, наверное, буду дома. Да? 9:30 открою прямой эфир. Вот. Вскоре схожу в больницу. Будем готовить в прямом эфире. Если у кого есть желание, время, можете приходить. Это папин. И это мамин. Папин. Все такое. Сейчас мама даст врага. Попытаемся ребенка кормить. Так, ну-ка, подождите, не спешите. Сейчас. Ладно, ладно. Где Буся? Буся. Вот видите, вот посмотрите. Где Буся? Ну, Коля, убери Бусю. Ты не буду, ты. Плохо заколол. Сзади волосы оставил.
А что ты у ребенка сзади волосы-то остал? Даже заколоть-то не может. Бешеный. Ося, почему ты не ешь? Не хочет. Ну, я ему отложу. Я ему сейчас отложу половину. Ну, не хочет он. Видите, что делается. Воображаем, блядь. Ой, характер тяжелый, конечно, у Оськи. А что делать? А что делать? Чуть-чуть отложу от врага. Буська сейчас будет есть с удовольствием. Да, Бусь? А Оська вот не ест. Не знаю почему. С чем это связано? Дристопуп. Ну, он сухой корм ест. Я не знаю, он сухим кормом, видимо, наедается. Сейчас Буся дам, сейчас. А Буся прям хочет, я знаю. Не знаю, будет ли тоже творог-то. Знаете, какие они у меня. Ой. Сидите. Этот облизывается. Вот это облизываешься, Осечка. А кушать не кушай, сынок. Облизываешься, да? Вчера, короче, ел я колбаску, доедала. Он сел возле меня и смотрит. И девочки, и ест. Я ему маленький-маленький кусочек дала, да? Вот ему хочется, блядь. А ему ведь нельзя колбаску. На, Ося, на. Не ест, видите? Ну, что я могу сделать? Я что могу сделать, блядь? Жопу засунуть ему. Не ест. Все. Буси ест. А это заёбе. Не знаю, будет есть, не будет есть заёба мой. Сыр у меня Оська любит. Да творог ест всегда, я не знаю, что сегодня. Он ждёт ему мраморной говядины, наверное, когда дашь. Ой, блядь. Может, он ждет, девочки? Кусок мраморной говядины. У меня уже мясо растаяло. Что у меня вообще за мясо здесь? Я даже не знаю, что у меня за мясо здесь. Сейчас посмотрим. Сейчас заодно и порежем. И засунем в холодильник, чтобы прийти сразу прокрутить, да? Вот. Я не знаю, тут должна быть говядина, свинина. Не знаю. Девочки, надо что-то готовить. А что готовить, скажите мне. Я не знаю. Вот не знаю, что готовить, понимаете? Ой, уже... Так что, девочки, кто не замужней, не спешите замужем быть. Что замужем? Замужем это проблема и забота вечная вот этой готовкой. Вечные проблемы. Так, что у меня здесь такое? А у меня здесь что такое? Я даже не знаю, что у меня здесь такое. Свинина, да, и кусочек говядины, по-моему. Это говядина. Шестиная. Сейчас я очень там мясо, наверное. Сейчас я порежу это на фарш. Не свинину, но говядину дам. Вот так, сейчас порежу. Холодильник засуну, потом приду сразу раз и прокручу. Что вы думаете, замужем быть очень хорошо, что ли? Я вас умоляю. Всегда думай и возвращайся, что бы приготовить.
Я даже не знаю, что готовить. Просто знаю, что надо мясо. А что готовить, не знаю. Может, кусками просто вот так вот отварить, и пускай живет. Я вообще ничего не хочу. Это забота, блин. Муська уже тоже не доелась творог. Она наелась уже, все, наелась. А все. Вот так. Сейчас, девочки. Свинины побольше в этот раз, да, у меня кусок. Говядины поменьше. Ну и ладно. Свинина хороша. Очень хорошая свинина, девочки. Она вообще красавица. Не жирная. Не совсем постная. Хорошая. Шея вообще. Ну, шея. Свина это самое лучшее мясо считается. Свинья. Раньше, когда я не разбиралась, девочки, вечно я брала задок. А в задок, оказывается, брать не надо. Туда колют уколы свиньям. И все такое. Вот. Шея, карбонат. Так. Вот такие дела. Боже, тебе мясо не положено по штату. Ты слишком жирная коровушка моя. Вообще, по-хорошему прокрутить бы сейчас его хорошо. Но сейчас я боюсь, что не успею. Потому что он у меня текет. Кровь теряет. А это не есть хорошо, когда кровь мясо теряет. Оно еще как бы не разморозилось до конца. Но и уже кровь теряет. Так, Уся, сына, сейчас я тебе дам. Ну а что делать? Кормить надо, я не знаю. Будет, не будет есть он. Пиздюк этот малосольный. Ой. Усечка, на. Коля, забери Бусю, а забери Бусю, пожалуйста. Дай мне накормить пацана. Будя, иди туда. Она не пойдет так. На, Усечка. На. На, сына, лисочек. Вот топчется, топчется. Точно мясо хочет, а что? Хочет мясо, девочки. Вот сейчас порежем этот кусок, проглотил. Хочется мяса. Вот так. Топчется он у меня. Иди сюда. Почему, Оська, мама должна вечно за тобой бегать? А? Пиздюк малосольный. Не знаю. Топчется. Не хочем мы творога. Мы хочем мясо. Меня бы кто так кормил. Ось, на. Ой. Сейчас я ему дам. Пиздюк, а. Вот так, девочки. Собаки-то. Дело такое. Они вам не хухры-мухры. То не будем, это мы не будем. Не знаем, что будем-то. Не знаем. Тоже. Бурзы, такие бурзы, я хочу сказать, они вообще. Они очень бурзые, девочки. Да. Так, иди отсюда. Коля, убери собаку, а? Я убрал, блядь. Ничего не давай тарелку. Я дам. Убери Бусю вообще отсюда просто. Как ты ее убрал? Как собаку можно убрать? Другую комнату, блядь. Для чего ты здесь? Убери ее и все. Убрал он ее, блядь. Охереть не встать. Видите, как разговаривает? Долбоеб, блядь. Как его не обозвать, сука. Прошу собаку убрать, да? Подержал, подержал. И отпустил. Как я, вот как мне с ним разговаривать, блядь? Тварь вообще. Дебил, блядь.
Мне его дебильство уже поперек горла стоит, честно скажу. Вот так. Бузька, короче, поела, творог не доела. Не доела лохондра. Ну, хусенький. Пускай не доедает. О, что я могу сделать, блядь? И этот. На. На. Интеллигенция хуева, блядь. Видите, как? Смотрите. Вот он не будет есть, девочки, вот так. Он так не будет есть, блядь. Ему надо в рот положить. Иди сюда. Иди сюда, мать, положи тебе в рот. Иди сюда. Он так есть не будет. Нет. Он не будет так есть. Тоже скотанюка нервы мотает. Видели вы все. Положила, не ест он так. Да. Ушел. Это интеллигент, блядь. Вот, подавай ему вот так вот. Пошел в жопу, не смотри туда. Ешь давай. И не будем мы есть там, потому что там Буся, блядь. Так. Все, 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 наелись. Иди в задницу, никакого тебе мяса. Ты творог ела. Вот так, все. Наелись, блядь. Вот так вот мне мотает нервы. Вот так, все. Все, че? Все пиздец. Это мы не хотим, это мы не будем. О, сиди сюда. Там творог, творог, говорю, мясо. Ловить надо момент за ним. Держи, держи. Вот. То будем, то не будем, то у нас настроение, а то у нас нету настроения. Вот так вот. То оно есть, настроение, а то его нету настроения. На. Вот, теперь мы едим. Потому что настроение у нас появилось. Потому что у меня Оська ничего не ест. На. Ешь. Ну и все. В рот взял и выплевывает, блядь. Ну что это такое, а? На. Иди нахуй. Скотина, блядь. Ну скотина, ну скотина. Все. А вот мне все. А если ничего не давать? И будет сидеть голодный. Ему насрать. Вот так вот. Вот так. Нервы измотаны. С утра. Как же без нервов, скажите мне? Как не нервничать? Не нервничай, Оля. Тут, блядь, с ума сойти можно, не то, что не нервничать. А у вас как? Напишите мне. Вот, вы не пишите в комментариях, как у вас? У вас, наверное, вообще без нервотрепки. Все у вас хорошо. Да? Это вот у меня так. Это все в холодильник пойдет. Все. 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 Так.
так, все. Чайник почему-то пустой. Ой, пустой, холодный стоит. А у вас по-другому? А у меня вот так вот. Одному скажешь, почему вода плохо идет. Не знаю я. Сантехник хуев. Кран старый стал. Другой вообще ничего не ест. Он поел там 3-4 кусочка. Все. И пошел в жопу, блядь. Я считаю, был бы голодный, поел бы. Правда? Он поел, значит, он сколько поел, значит, он столько сытый. Все. Все. Иди отсюда, пошли, пошли, Буся. Пошли, Буся, хуюся. Буся у меня творог не доела. Творог. Этот окно закрыл. Она творог не доела. Он думает, что так и будет закрыто окно. И ждет это, как его. И ждет, когда ей кусок говядины дашь. И творог, и говядина у нее будет заворот кишечника. Творка говядина. Вот так. Это не надо убирать, что ли? Собаки покакали, это идет, смотрит и проходит мимо. Думает, я должна убирать. И пожрать подать, и какашки убрать. Все одновременно. Вот так посмотрел и идет. Гусь. Хуев. Угу. Гусь. Сейчас подойдет домработница и убирать будет какашки. Кошачьи, говорю, собачьи. Ну так. Че ты раскидываешь говно-то везде по полу? А если даже он положит в унитаз от девочки, он их не смоет. Он не считает нужным их смыть. Они должны там плавать, разлагаться. Потому что это живые бактерии. Да. У нас живые бактерии. Обычно всегда, пока я не смою, плавают в унитазе. А у вас? У вас, наверное, не плавают. Блядь. Ой. А у нас плавают. Сейчас взял вот так вот, да, бумажкой туалетной. Личинку. Собачий, блядь. И вот так, вот так, вот так. Это он унитаз. А унитаз не попал. Ёб твою мать. Упала на пол. Это знаете что? Это какой-то садизм. Вот знаете, как я вам хочу сказать? У него это бывает приступами. Это не всегда. Я не знаю, там, что в голове происходит у человека, у этого. Вот. Я ничего не могу сказать. Я не ясновидящий, надо обращаться к ясновидящим. У нас есть на ютубе ясновидящие. Вот, колдуны всякие. Да. Платить кучу бабок. Ой, блядь. Что бы тебе сказали? Что у него в голове? Мне это неприятно, конечно, но я терплю, девочки, я терплю. Вы думаете, вот сейчас вот я с вами разговариваю, мне это все приятно, да? Нет. Нет, конечно. Совсем внимания тоже обращать не могу. У меня в душе прям разрывает меня вообще. Мне хочется ему уебать. Смысла не вижу орать. Себе дороже станет. А вот такое отношение к себе вообще хочется просто взять и уебать. Просто, ну, если я уебу ему, этим ничего не справлю. Ничего. Останется все то же самое. Ну, не положу я ему завтрак. Например, да.
Рассержусь, обижусь, не положу я ему завтрак. А он и не будет есть. Он не будет есть. Он психанет и не будет есть. Ну, пойдет он голодный на работу. Пойдет он. А он пойдет голодный. Он даже и обед с собой. Он, у него, знаете, вот такой характер. У него поганый характер. Он даже, если вот с ним ругаешься, да, и не сделаешь ему для него, как он хочет, да, он и обед с собой не возьмет. Он себе будет наносить ущерб своему здоровью, да. И это он будет зло делать мне. Понимаете? А я буду нервничать. А я буду переживать, что он не поел, что у него больной желудок. Блядь, я не могу, я плакать хочу, сука. Сыпаться. Я буду нервничать, я буду плакать просто, знаете, вот так вот. Поэтому мне проще взять ему, подать ему, дать с собой. Как мне все надоело, блядь, сука. Изо дня в день, изо дня в день. Вот каждый раз, блядь, так и живем. У него может появиться хорошее настроение. Он еще давно не выпивал спиртное. Ага. У него еще, вот я заметила. Я заметила это, да? Когда он долго не пьет спиртное, у него вот так вот все. Планка едет. Ему хочется выпить. Пиво. А нельзя. Во-первых, у него желудок болит, да? Во-вторых, я не позволю. Но он не болит, у него язва, но она не беспокоит. Я не знаю, почему язву обнаружили. Я говорю, что-нибудь болит, я жога. Он говорит, нет, ничего не болит. Не знаю. Вот. Мама говорит, нет никакой язвы. Ну, не знаю, девочки, блядь, она, наверное, не беспокоит. Потом побеспокоит, когда будет уже обострение, да? Вот. Он бесится, что я не бухаю. Он бы очень рад был бы, если бы я бухала. И он бы расслабил свои булки, да. Он бы потаскал бы у меня денег. Как это обычно происходило раньше. Его это бесит. Я его уже очень хорошо знаю. Теперь я не бухаю. Ему не позволяю тоже расслаблять булки. И он ходит злой. Вот это причина. Первая причина, почему у меня муж законорожденный злой. Первая причина. Если бы я ему сказала сейчас, Коля, на тебе денег, купи себе пиво, да, он бы сразу расцвел. Да, выпьет он эту полторушку. Начнет он мне нести всякую ерунду. Пьяный сидеть, будет пьяный. Будет нести мне всякую ахинею, которая мне вообще не нужна. Раздражать меня будет. Будет говорить, что на работе, как обычно, что он самый лучший. Будет себя хвалить. Угу. Ну, там он найдет что. И одно и то же вот эту пластинку заведет. А потом обрюется. Потом она блюется, блядь. И на кровать наблюет. Да. Фу, сколько раз он на постель блевал. Все подушки, все облюет. Пока ему не ткнешь под затыльник, потом он бежит к унитазу. И все вокруг тоже облюет. А мне это надо? Нет, мне это не надо. Мне это не надо. Пошел бы он нахуй. Его блювалка, блядь. Мне и так тут забот хватает. Вот. Зато ему будет хорошо. Да. Ему будет заебись. Девочки, я все собираюсь, никак не могу. Руки не доходят. Вот если бы, девочки, вот так жить для себя, да, только для себя. Забить на все дела. Можно было бы лежать
и делать антицеллюлитный массаж. Вот у меня есть вот эти штучки, я показывала уже. Вот эти, да? Для антицеллюлитного массажа. На ногах. На ногах, на руках. Намазаться кремом. И туда-сюда катать этот целлюлит. Да. Но когда у меня то готовка, то этот уборка, то работа. Вот сейчас, девочки, мне надо... Я у бабушки уже работала 2 раза, вы помните, в прошлом году. 1 раз 2 недели, 1 раз в неделю, когда еще Сергей тут был. Вот. Вчера мне позвонила дочь. Она мне еще звонила в сентябре, я в августе. Говорила, в октябре надо будет посидеть с бабулей. Я сказала, ладно. Но она, короче, потом я ее видела вот недавно, до Нового года, в автобусе. Я говорю, а что вы не позвонили? Она говорит, не надо было пока. Вот. Сейчас она вчера позвонила. Я была на ресницах. Только зашла, легла на ресницы, да. Звонит и звонит, девочки. Но я телефон не стала брать, закрытый между глазами лежишь. Как бы человек тоже занимается, да? Угу. Я думаю, ну кто такой настойчивый? 16 пропущенных вызовов за 2 часа. Вот. Он забрызгал. Зеркало надо папу помыть теперь. Только мытое зеркало было, блядь. Сука. И это, как его? И чё? Потом я перезвонила, она сказала. Оля говорит, с 18-го, что ли? С 19-го. Я говорю, давайте, говорю, не с 19-го, потому что я через каждый там раз через 6 дней уезжаю, говорю. Вот. Давайте, говорю, с 15-го. Она говорит, я пенсию получу только, говорит, 18-го, чтобы тебе денежку дать. Я говорю, фу, получите потом. Я говорю, я приступлю к дежурству, а потом вы денежку отдадите, потому что я уже их знаю. Все, я уже доверяю этим людям. Она мне как бы заранее платит, вот. Ну и, короче, этот, надо постричься, девочки. Посмотрите, уже шляпа на башке, видите, чуть-чуть отросли волосы, все, шляпа. И это... И еще хочу сказать-то, а вот с ресницами совсем другой вид, правда? Ну и что? Она сказала, ладно, раз так можешь. Я говорю, да, потому что я не смогу с 19-го там, 5 суток надо, 5 суток по 24-е. Мне надо будет ехать к Ларисе. Там уже не помню, какого числа, 21-го, 22-го, девочки. Вот так. Да, 21-го, по-моему. Я сейчас буду работать. 22-го, по-моему. С 15 по 20. 5 суток. Бабуля с этой, у которой деменция и шизофрения. Блять. Вот так. Вот так. Вот так Оля зарабатывает деньги. Работа бешеная, тяжелая. Угу. И дома. Вот так вот, да? Другой бы хотя бы, блядь, пожалел, сказал бы. Ну, если бы понимает человек, он не понимает, он до него не доходит. Вот так и живем. Все вот так, как натянутые, как струна. И напиться не могу. Вот так. И расслабить булки не могу. И не, меня это не злит, что я не выпиваю, нет. Людей бывает злит, которые хотят выпить и не могут, да? У меня желания выпить нету. Я не горю желанием. Меня злит отношение. Вот это отношение его к себе. Больше меня ничего не злит, честно. А он меня бесит и злит. А меня злит, что у меня еще Ося плохо кушает. Вот это меня злит. Да, напрягает, что Оська у меня плохо ест. Ну так, в принципе... А так, в принципе, жить можно.
Так что вот так. Вот с вами поговорила, записала видео для вас, как у нас наступило сегодняшнее утро. 10 января 2024 год. Год дракона. Так что всем хорошего дня, конечно же, доброго, светлого, сочного, мощного. Приходите ко мне на этот, как его, господи, на эфир прямой. Будем готовить. Что-то будем готовить. Сначала прокрутим фарш. А там как карта ляжет. Все. Все, спасибо. Всем пока.